Вот эта местность под Херсоном очень напоминает мне мою родину, Забайкалье, Читу. Песчаная почва, сосны, чисто Чита, где прошло мое детство и юность. И когда я проезжаю между Херсоном и Крымом, я очень часто здесь останавливаюсь. Много здесь сделал записей. Просто вспоминаю вот родину свою. Точно, как будто я окунулся в свое детство. Я учился в художественной школе, и нас водили на этюды, и мы рисовали вот эти сосны. Вот так мы рисовали сосны. Смотри, какая сосна потрясающая. Смотри, голенькая какая. Почему-то болеет, что ли. Заболела сосна. Смотрите, кожа сошла. Экзема. Сохнет. Короче говоря, ностальгия. Я здесь ностальгирую, когда еду под Херсоном. Но почва, местность, природа бывает самой разной. Вот, например, в Беларуси очень много болот. Партизанские тропы в болотах. У меня очень малый опыт. Я на природе много времени провел, но вот в болотистой местности никогда толком не бывал. Так, чтобы топь, вот, чтобы вот это вот шагать, чтобы опасность, как в кино показывают, знаете, когда человек тина его засасывает. И когда я смотрю в кино в основном кадры, когда засасывает топ человека, помните этот фильм «А зори здесь тихие, девочка в болоте погибла»? Да множество кадров в кино видели, когда человека засасывает вот это вот страшное. Вообще жуткая, конечно, смерть и жуткое место, когда болото со страшной силой тянет тебя куда-то, засасывает, втягивает тебя. Так вот, когда я вижу это болото, оно мне часто напоминает бедность. Даже не долги, хотя это тоже болото, а вот нищета в сознании, бедность. Сколько людей отдались на волю этой вот, этого болота, смирились, сдались, перестали барахтаться, кричать, тянуться за этой палкой, за веревкой, за визжать, звать на помощь, перестали. И идти на это, жуть, это топь. С виду она иногда кажется вполне твердой, доступной для ходьбы, а незаметно человек попадает на место, где окончательно его засасывает, и тогда ему уже все кирдык. Страшная вещь. Болото нищеты. И когда мы попадаем в индустрию, которая называется сетевой бизнес, у нас появляется реальный шанс. У нас появляется реальный шанс в болоте нащупать тропу. Нащупать место, куда можно ступить и не провалиться. И постепенно, шаг за шагом, выбраться из этой жути, липкой, грязной, вонючей, топкой жижи, которая называется нищета, бедность, болота. Но для того, чтобы тебе повезло, и что для того, чтобы ты прошел благополучно через это неблагоприятное место в твоей жизни, через эту ужасную, кошмарную местность, называемую нищетой, тебе нужен кто-то, кто бы тебе помог. Тебе нужен кто-то, кто бы знал место. Проводник. Тебе нужен человек, который говорил бы: Коля, Маша, ступай шаг в шаг. Иди точно за мной. Влево пойдешь, там топь тебя засосет. Потому что вы знаете, что в сетевом маркетинге задействованы десятки и сотни миллионов людей. А по-настоящему успешных и богатых, к сожалению, не так много. Их пример манит. Он показывает доступность. Он показывает, что по этой
кошмарные местности можно пройти с успехом, перейти на сухое, туда, где много успеха, богатства, высоких результатов, но нужен знать маршрут. И нужен человек, который ходит по этому месту взад-вперед, взад-вперед и водит людей. Нужен человек, который прошагал это уже. И если бы он... Я вот помню, я работал 10 лет в бизнесе, и ну не получалось в первой своей компании. Не получалось, не получалось, не получалось. И так пробовал, и эдак. И сколько раз я сворачивал с пути, которые мне показывали. Проводники. Пробовал по-своему. Тонул, выбирался, снова шел. Опять не было человека, который бы мне... точно провел бы меня к миллиону долларов. Не было. Я знаю, как важно точно знать, куда ты идешь. Точно. А кто может точно знать? Тот, кто прошел. Тот, у кого миллион уже в кармане. Ну пусть не миллион, но хотя бы полмиллиона. Ну хотя бы десятка тысяч долларов в месяц. Хотя бы. И стабильно, стабильный рост. Хотя бы. И если ты нашел такого человека, тебе повезло. Теперь нужно держаться, держаться изо всех сил, держаться в фарватере, точно за ним. Следить не за тем, чтобы налево-направо рот развивать и думать, да я его сейчас оббегу по вот здесь, вот оббегу его сейчас. А если у тебя нет опыта прохождения здесь, если ты хотя бы 10 тысяч там не зарабатываешь, ну хотя бы 7 тысяч долларов, нет такого опыта, не вякай, иди за ним, если он есть. А если нет, тогда тебе надо его искать. Очень важно. Правда, нищета — это жуткое болото, оно не отпускает просто так людей. На халяву не проскочишь, без знания, без маршрута, без проводника не прорвешься. Редкая птица в сетевом бизнесе. Сам по себе пришел, все сделал и проскочил на сухое и процветает там, на берегу теплого моря. Болото осталось позади. Держитесь своего проводника, который называется спонсор. Найдите себе такого спонсора, который знает маршрут, который уже там ходил. И придерживайтесь точно того, что он говорит. А это, я вам скажу, не так-то просто. Вот как из болота вытаскивать ногу. Вот по телевизору показывают передачу, когда в Аргентину летят наши звезды и вообще люди, участвующие в программе, которая выявляет там сильнейшего, как это называется, не помню, как программа называется. И там падают в жижу, в болотистую, в специальную грязь. Все силы отбирает. Эта грязь все силы отбирает. Влипает в каждую клетку твоего организма и тянет вниз. Столько человек тратит сил. Так вот, сотни миллионов потеряли силы, выбираясь из нищеты. В одиночку очень тяжело пробиваться. Держитесь спонсора, если он у вас есть, если у вас есть такой пример. Если нет, ищите. Это очень важный момент. Всем доброго.